приветствовать вас в студии прогноза погоды. В следующие несколько минут вы узнаете о синоптической ситуации в нашей стране на субботу, 13 мая. И я, Олеся Вайнер, с удовольствием поделюсь с вами этой информацией. В ближайшие 24 часа небосвод над Украиной останется пасмурным. Густые облака принесут дожди практически в каждую область. Местами прогремят грозы. Лишь на юге страны временами возможны прояснения на небе. Средняя дневная температура воздуха по стране 17 градусов выше 0. А теперь детальные о синоптических новостях для каждого из регионов. В центральной Украине суточные температурные показатели составят 9-19 градусов выше 0. Суббота в Полтаве, Черкасах и Кропивницком выдастся облачной и дождливой. После полудня в регионе ожидаются грозы. На юге страны термометры в течение суток покажут от 11 до 22 градусов со знаком «плюс». В этот день здесь будет преобладать переменная облачность, но дождевые тучи все же заглянут в Одессу в вечерние часы. Тогда же в городе возможна и гроза. 13 мая Луна находится в созвездии Стрельца. Обычно в этот период погода имеет тенденцию к резкой смене, поэтому вполне вероятно, что метеозависимым людям придется ощутить на себе ее влияние. В этом случае от напряжения и боли хорошо помогает массаж и упражнения на релаксацию. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 9-20 градусов выше 0. Небольшие прояснения на небосводе предвещаются лишь во Львове на протяжении дня и в Ивано-Франковске в ночные часы. Несмотря на это, дожди в регионе будут идти с ночи и до позднего вечера. Местами предвидятся грозы. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 6 градусов, а максимальная дневная достигнет 14 градусов тепла. Прояснения ожидают жители Чернигова в дневные часы. В остальное время в городе, как и по всему региону, будут царить густая облачность и дожди. В большей части востока Украины синоптики обещают дождливую субботу. Однако в некоторых городах предвещается теплый день без каких-либо осадков. Местные термометры в течение суток покажут от 7 до 22 градусов выше 0. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха местами достигнет 90%. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть 8-9 градусов тепла, а днем ожидается от 19 до 22 градусов, также выше 0. В области предвещается переменная облачность и полное отсутствие каких-либо осадков. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 9-14 градусов со знаком «плюс», а в полуденные часы они будут колебаться в пределах 17-22 градусов выше 0. В небе над областью прогнозируется переменная облачность. В Мариуполе днем возможен дождь с грозой. В Днепропетровской области значительно потеплеет. После полуночи ожидается 11-12 градусов тепла, а в дневное время от 19 до 21 градуса, также со знаком «плюс». В Павлограде будет преобладать густая облачность, но осадки здесь не предвидятся. А вот в Днепре и Кривом Роге, несмотря на кратковременные прояснения на небосводе, после полудня начнутся дожди. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 10-13 градусов тепла, ночь, утро и день в городе будут пасмурными и дождливыми. Лишь после заката столичный небосвод немного прояснится. Вот такие прогнозы дают нам метеорологи на субботу, 13 мая. Добра вам и света, и вашим близким. До встречи в нашей студии.